Одинцовские единороссы проинспектировали ход благоустройства дворов, которое проводится в городе по губернаторской программе. Активисты осмотрели территорию возле домов номер 2 и 4 на улице Свободы, а также около дома номер 22 на Можайском шоссе. Работы на этих участках уже вышли на финишную прямую. Также партийцы посетили двор возле дома номер 9 на улице Чикина. Ранее его жители обратились к депутату Совета депутатов округа Ирине Грабарчук с жалобой на состояние малых архитектурных форм на детской площадке. Единороссы убедились, что просьба выполнена. МАФы привели в порядок.